Всем привет, ребята, с вами снова я, Влад, и вы не поверите, но это мой первый ролик спустя очень долгое время после бана канала. Я, блядь, вернулся, эй! Теперь вам пизда, говнари! Я все же решил его снять, потому что мне есть еще что вам сказать. Все мы любим рок-музыку, это один из самых кочевых и крутых жанров музыки, дарящий невероятную энергетику и эмоции при прослушивании. А вот группы, коих на свете уж очень много, могут удивлять нас своей невероятной техникой игры. Либо очень крутыми образами. Ну и разными экспериментами, куда же без них. Однако мы привыкли слышать примитивное для нас название группы и с легкостью можем произнести любое название нашего любимого коллектива. Но что если я скажу вам, что есть группы, которые не только играют хорошую музыку, но и имеют довольно-таки необычные названия, которые даже иногда практически невозможно прочесть. И я это, если что, не логотипа, хотя те, конечно, тоже очень сложно прочесть, особенно если это группы в жанрах по типу дедкор, блэк и так далее. Я имею в виду именно сами названия. И сегодня, как раз таки для вас, мои дорогие подписчики и друзья, я собрал для вас топ-5 крутых рок-групп с необычным названием. Поехали! На 5-м месте у нас довольно-таки годная группа из моей родной страны, да-да, именно из Украины. Это группа под названием 1914. Группа была основана в 2014 году в городе Львов и представляет из себя Black Death Metal группу с очень классными атмосферными треками. Группа имеет 3 полноформатных альбома, третий из которых вышел абсолютно недавно, именно в этом году, а также имеет 4 сингла. Поют исключительно на английском, но то, как они это делают, это просто шедеврально. Я заценил пару песен из их нового альбома, и, честно говоря, мне эти ребята очень понравились, и я надеюсь, что смогу послушать их полностью, что и вам, конечно же, советую, потому что группа очень-очень крутая. Четвертое место. Группа с таким названием, как будто два алкаша решают, будут ли они пить по еще одной рюмке или нет. В общем, ладно, это группа Ишо. Ишо это российская панк-рок группа, основанная 24 октября 1996 года. Играют в таких жанрах, как панк-рок, альтернативный рок, ска, ска-панк и поп-панк. Имеют 2 полноформатных альбома и существуют даже сейчас. Сама группа довольно веселая, и ее песни слушать весьма интересно, хоть они не такие тяжелые, как я люблю, но все же они очень прикольные ребята. На 3-м месте, пожалуй, это моя самая любимая рок-группа из Республики Беларусь. Да-да, это те самые альтернативщики под названием FIDS. Группа FIDS – это белорусская альтернативная группа, образованная в городе Витебске в 2001 году. Играют в таких жанрах, как альтернативный метал и нью метал. Имеют примерно 6 полноформатных альбомов, один из которых – это акустическая версия самых успешных их песен, а также 2 EP-альбома. Кстати, на днях даже сингл новый выпустили. Я послушал все их альбомы и могу сказать, что это очень достойная команда, которая качает и радует своими крутыми, очень крутыми песнями. Поют они на русском, однако у них есть специальные версии некоторых песен, которые спеты на их родном языке. Ее обычное название состоит из 5 символов в виде знака решетки, однако если вы захотите загуглить эту группу, то у вас ничего не получится из-за технических ограничений.
И поэтому во многих соцсетях они подписаны именно как 5DS, ну или же 5DS, как кому удобнее. Сама команда мне очень сильно понравилась, у нее действительно очень классная музыка, очень сильно качает, и я надеюсь, что они дальше продолжат делать такую же самую музыку и таким способом радовать своих фанатов. Ну и вам, дорогие подписчики, я советую послушать эту команду, она реально этого стоит, она реально очень крутая. Второе место. Группа под названием «Три восклицательных знака». Что? Хотя не, надо так. Группа произносится как ЧК-ЧК-ЧК, однако именует себя примерно как три восклицательных знака. Да. Сами ребята не тяжелые, однако у нас здесь главное именно необычное название, так что думаю сойдет. Три восклицательных знака — это американская группа, созданная осенью 1996 года. Название группы было вдохновлено субтитрами фильма «Наверное, боги сошли с ума», в котором щелкающие звуки языка бушменов представлялись именно как восклицательный знак. Команда играет в таких жанрах, как инди-рок, дэнс-панк и постпанк-ревайвал. Имеют 9 полноформатных альбомов, 3 мини-альбома, а также множество синглов. Сами ребята мне, конечно, не очень сильно понравились, но это опять же моя вкусовщина. Но надеюсь, кому-то из вас они уж точно понравятся. Первое место. Группа под названием... Блин, а как это читать? Ксавили... Как там, блядь? Ксавили... О, господи. Это что такое? Соронзондо... Я... Как это читать-то? В общем, на первом месте у нас, пожалуй, самая известная, нечитаемая, но зато очень тяжелая команда, которую я назову просто Куч. Ну реально, у нее же логотип как раз похож на Куч. Ну или на паутину, как кому удобнее. Куч, ну или же как звучит его сокращенное название Ксавлег, был основан в Южной Африке, в городе Дурбан. Играют эти ребята крутецкий тяжелый дедкорище, ну и еще у них встречаются элементы грайдкора. Имеют 2 альбома, второй из них — это многотрековая версия первого альбома, которая называется Gore 2.0. Поют они на английском, и мне они очень сильно зашли свою тяжестью, названием и логотипом, куда же без него. Тем более в интернете полно мемов про эту группу, касаясь ее названия и логотипа. А вот про название как раз есть мем, то что автор уснул на клавиатуре, в итоге появилось то самое название. Ну и про логотип тоже очень полно очень смешных и прикольных мемов. Но все же группа очень классная. Всем любителям тяжелой музыки однозначно рекомендую к прослушиванию. Ну что же, вот такой вот видос получился, друзья. Надеюсь, вам понравился мой список с группами, которые имеют необычное название. Пишите, какая из этих групп вам понравилась больше всего и которую вы хотите обязательно послушать после этого ролика. Также по поводу бана канала. Это было очень плохо такое получить. Причем практически даже ни за что. И поверьте, я старался сделать так, чтобы его не банили. И в итоге его смерть все же настигла. Да. Но это не повод страдать, ибо видосы хотя бы сохранены. Да и сам канал Дабана долгое время пустил, не буду спорить. Однако я все же рад каждому, кто остался со мной до сих пор и поддерживает меня разными способами. Сразу хочу сказать, что я пока что не собираюсь быть сильно активным на своем канале, и видосы очень часто выпускаться не будут. Но в крайнем случае, если мне будет что сказать, я постараюсь это сделать. Ну а так, то спасибо всем, кто смотрел мой видос, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, слушайте хорошую музыку. С вами был Влад, и всем удачи, и всем пока!